Познакомимся теперь с работой интерпретатора Haskell. Для его запуска нужно набрать в командной строке вашей операционной системы буквы GHCI. После загрузки нескольких пакетов у нас появляется приглашение командной строки Prelude. Prelude — это имя библиотеки, которая всегда загружается в начале при запуске GHCI и содержит внутри себя определение наиболее часто используемых стандартных функций, операторов и прочих полезных объектов языка Haskell. После того, как библиотека загружена, мы можем писать в интерпретаторе некоторые выражения, а интерпретатор будет вычислять нам их значение. Ну, например, давайте напишем арифметическое выражение. Интерпретатор вычисляет выражение, которое мы ввели, и возвращает нам значение 42. Мы можем писать и некоторые другие выражения, не числовые, и получать соответствующий результат. Приглашение командной строки, которое вы видите перед собой, может быть изменено с помощью команды интерпретатора set. У интерпретатора есть много полезных команд. Ну, например, изменим приглашение на следующее, на GHCI. Команда set требует еще дополнительных параметров. Для того, чтобы менять приглашение командной строки, мы набираем setPrompt. Теперь приглашение командной строки изменено. Мы в дальнейшем будем обычно использовать именно такое приглашение, как стандартное, просто для того, чтобы указать, что мы работаем в интерпретаторе. Однако следует отметить, что подобное переопределение скрывает имя загруженного модуля и поэтому, вообще говоря, не рекомендуется.